С 10 по 14 сентября 2018 года в Евроазиатской богословской семинарии прошла первая сессия программы «Восхождение в новом учебном году». Ежегодно на нее съезжаются десятки служителей реабилитационных и социальных центров, чтобы учиться перенимать опыт наставников и применять полученные знания в своем служении. Специальный курс, подготовленный Евроазиатской богословской семинарией совместно с Департаментом образования и Координационным советом реабилитационных служений РосХВЕ, проводится уже четвертый год подряд. «Лидер глазами Бога» – так называется первая тема осенней сессии. С самого начала не все понимали, зачем им это нужно. Сегодня каждый, кто приезжает учиться, отчетливо понимает, что без этих знаний невозможно только на одном энтузиазме, желании – качественно помочь людям. Тем более, когда закручиваются гайки, как говорится, и увеличивается давление со стороны государства, причем зачастую вполне оправданное. Я очень рад преподавать здесь, я очень рад передавать ребятам не только теоретические знания, но и тот практический опыт, который за более чем 20 лет служения накопился в церквях и реабилитационных центрах РосХВЕ. Хочу поблагодарить лидеров, которые видят будущность и имеют откровение служить и вкладывать в будущее поколение. Обучение, я надеюсь, будет плодотворным. И в дальнейшем хочу также продолжать обучение на следующих курсах в этой семинарии. Информационное бюро «Спектр», Москва.